Всем привет, с вами канал Мультипленет и я Маша Акаситерова. И сейчас мы поиграем в игру по мотиву мультфильма «Диснеевские феи, зимние феи, феи зимнего леса». И как всегда вначале скажу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. И вперед, тут у нас вторая серия будет. Первая будет у нас серия, ссылка в описании. И нам нужно спасать зверушек от приближающейся зимы. И вот зима уже вся наступила. А у нас не все зверушки, вот еще маленький кролик, не смог перебежать на теплую сторону леса. И нам срочно надо его освободить. Ну, не освободить, точнее, а сделать так, чтобы он смог добраться до своей норки. А по дороге нам надо маленьких птичек освобождать, которые попали под снег. Так. И что у нас тут? Оп. Ага, снежки можно растопить еще, убрать. Так, и мы летим вверх, вверх, вверх. И подбираем ветку. Так, растопим снежок. И ледяной фонтан убираем. Берем первую шишку, освобождаем птичку. Какой насыщенный день у нашей маленькой феи. Так, еще одну птичку надо освободить. Теперь летим выше, 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 выше. Ой, это не та шишка. С этой ничего не надо делать. Так. Оп, еще одна шишка, которая пригодится нам для спасения нашего зайчика. Снежинки по дороге соберем, которые делают у нас природу еще холоднее. А нам же не надо, чтобы она так быстро стала... Ну, чтобы так все быстро стало холодно. И вот еще наша маленькая птичка, которая попала под сугроб. И мы ее спасли. Так, шишка. Фонтанчик. Еще одна гуля. И всех птичек мы спасли. Так, и теперь можем лететь и спасать нашего маленького зайку. Где же наш зайка? Летим на самый верх. Что у нас тут? Что у нас тут? Непонятно, что у нас тут. Так, летим, летим, летим. И вот наш малыш, который не может добраться, не мог добраться до дома, но мы сделали ему специальный мостик, по которому он перепрыгнул в зеленый лес, в котором тепло-тепло, и наш зверушка спасен. И мы туда тоже отправляемся, и следующий у нас будет третья серия, она у нас будет в следующий день. И надеюсь, вам понравилось спасать зверушек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем пока, до новых встреч!